корни птицы, да? А 2-3 курицы с одного питомца, то вот они там 2-3 не держат. А почему они редко едят? Потому что они щелоты, они сразу сортачатся, они собственно белок и убивают. А все змеи, да, они сортачатся. Ну, что, не сортачатся. Если они вкусы на конкурсах, то уже вот у них все травы, да? А они находятся. Я тебя люблю. Да, я тебя люблю. Да.
sepeda. Biasa mut kobra. Lain kobra. Neruski kobra. Kawai kawai. Kolang minum kumira. Я зову кобра. Давай, давай. Солдат бьет умира. Не будешь не опасно. Да, не опасно. Сейчас не опасно. Потом опасно.
yes, Dewa, Parawi, Arata, Dewa Tirenda, Da, Heta, Manchi, Heta Manchi, oh yeah, Uni Dewa. Obrigado, Jesus.
Buddha. Ой, какие! А ты если не выдай, она повисит.
Я не знаю. Когда я зарплату получу, то я помню.
Огромная площадка, тут открывается прекраснейший вид. Вы сможете увидеть весь Бангкок. Панорама. Yeah.
Дорога в Сочи.
Советского острова, то вам. Если может быть, море подсыл, рыба вы проходит с нас. За нас памяти посмотри, там телефоны у него разъясни. На том я уже попала, где я учился. Я тоже сын учился. Учители, а что телефона? Дорога дадутся. И справа от башни. Вот большой телефон. Название Сипрекрат. Королева Рамастия Сова, то есть предполагал построить. Это значит, через 113 лет назад первый раз строй. То есть показал построить для подарок. И вот варенье 28 лет. Это варенье позаниматься постройку. Очень долго, потому что Так, вот у нас страусы. Огромные животные. Ударом ноги страус перерубает хребет льву. А сердце у него очень огромное, примерно таких же размеров, как голова. Хотя считает это животное самым глупым. Мозг его меньше ореха. Кстати, в землю он никогда голову не сует. Это у нас одногорбый верблюд. Бывают, конечно же, и двухгорбы. Так, справа зебры, аисты. Здесь обитают два вида аистов. Есть аист марабу. Птица, которая у арабов считается птицей мудрости. А есть также аист. Как же он называется-то? Раскрашенный аист, по-моему, если не ошибаюсь. У него красное такое оперение. Так, зебры, пожалуйста. Черную, белую полоску. Черную, белую полоску. А вон белая в черную полоску. Каждая белая полоса – это своего рода отпечаток. То есть, как отпечатки пальцев у людей, так же и у зебры полосы. Нет ни одной одинаковой. Да. Вот здесь практически они голые. Так, здесь вот впереди, если посмотреть, можно... Вон он, по-моему, самый большой, вот за навесиками. Ну да. Канавы роют какие, а? В Африке, кстати, осталось их не так уж много, популяция небольшая.
занесен в Красную книгу. Рог его многие племена используют как лекарственное средство. За рогом только и охотятся. Хотя, как я уже сказал, животное огромное. До 5 тонн достигает вес и разбегается до 30 км в час. Представляете, когда такая громадина несется, что происходит? Самое непредсказуемое животное – это носорог. Непонятно, что от него ждать. Но и пеликаны, опять же, и аисты, и птицы марабу. Есть загон специально для пеликанов, но пеликаны почему-то никогда там не сидят, а ходят в гости к соседям. Здесь жирафа, пожалуйста. Маленькие есть и большие. Часто задавали вопрос, зачем жирафу нужны рога, вот эти два нароста на голове. Для того, чтобы в период гона самцы сражались между собой. Но эти рога есть не только у самцов. Вот в этом есть и прикол. Есть еще и у самок. Бывает... Вот опять носороги идут. Питается травой, овощами, как пылесос, если честно. Открывает рот, ему прям туда все и закидывают. Вот там попадаются обрывки. И даже пятнистые есть. Представители с разных уголков земли. Даже попался представитель такой беленький коза. Территории Юго-Восточной Азии в большом множестве. В Китае их очень много. Практически в каждом зоопарке, в какой мы приезжаем, они просто толпами бродят. Но здесь они, конечно, не агрессивные. Единственное, между собой, опять же, за самок сражаются. Все деревья, видите, окутаны сеткой, чтобы они не счесывали кору. Чтобы хоть как-то сохранить деревья. Обратите внимание на рога. Сантиметров 80, хотя бывает больше метра. Оленей очень много, как благородных, так и замбаров. Но лиру я сегодня не вижу. Есть еще олень лира, у которого рога с... в форме лиры. Наверное, ушел в гости. Тоже носороги.
Лев всегда живет в гареме со своими самками. Ну да. По 12, по 15. Потомство. Где-то были пара львят. И как много парочки было. Страшная кошка. Это мило. Сейчас очень популярна стала такая порода, как лигр. Всего в мире насчитывается где-то 25-26 таких животных. Это скрещенная... Котенок, да, такой? А вон, смотрите, какой здоровый этот. Наверное, да. Животное, конечно, красивое. Винтороги, олени опять. А вот здесь, похоже, служители зоопарка разогнали этих буйволов, дерущихся. Медведям здесь очень жарко, они не впадают в спячку. Белый, наверное. Вот, мне интересно, но хотелось бы сейчас посмотреть на белого. Кого? А, индюки. Индюки, голуби, да? Горляшки. И с ними же. Все вместе, дружной компанией. Амирку. I'm
Видно? Снимаем. สอบขาด้วยชมว่าเลย
She want to show that music one more. The next one, the second one. The fashion, the fashion. Come on, play. Easily, the last keeper. The last commentator, the fifth one. Okay. Ah, come on, come on, come on, come on.
Thank you.
What's the matter? Why is he making noise? Run, Michael. Wow, she wants to drink water. Oh no, this is beer. Okay, same. Hi, Kai Kan. Give me a call in and pop it aside. A little bit. Okay, Lala. You know, okay, she's Thank you.
นี่เป็นจระเข้น้ำจืดนะคะคือยูทำอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะเป็นไงบ้างไม่ใช่ตัวนี้ได้หมดเลยนะลูกเด็กนี่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 เด็กI see you. I 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 see you. IWinky! Winky!
มเปอร์ท่านขับคนค่ะอันน้องลี่มาน้องใหม่อายุประมาณ8ขวบเท่านั้นค่ะ8ขวบเองอ่ะโอเคมีเกรงบ้างมีกลัวบ้างขาสั่นบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางเลยทีเดียวเดี๋ยวกลับเดี๋ยวเขาจะออกนะอยากออกมาเต็มที่แล้วเดี๋ยวรอเพื่อนเธอเดินก่อนอามาทีหนึ่งระดับดีแล้วไม่มีร่วงแน่นอนค่ะสุดยอดค่ะไม่ต้องเสิร์ฟให้ยืนปากให้ห้อยเลยซูเปอร์สตาร์นี่นะ
เวลาดูดนมแม่นะคะไม่ได้ใช้งวงดูดนมแม่ใช้ปากดูดนมแม่นะที่สำคัญตั้งท้องนานมากประมาณ17-24เดือนเย่2ปีเต็มๆนะคะเกือบ2ปีเลยคลอดลูกออกมาเป็นตัวแน่นอนอยู่แล้วทีละ1ตัวเท่านั้นค่ะแต่ว่าน้อยครั้งที่คลอดลูกแฝดออกมาค่ะลูกน้อยเนี่ยคลอดออกมาแล้วก็สูงประมาณ3ฟุตหนัก200ปอนด์นี่ข้อมูลเป๊ะอ่านเช้าไอ้ที่ไทยเป๊ะตลอดยืนน้ำตาไหลซึ้งเปล่าค่ะตาธรรมชาติของช้างอยู่แล้วค่ะยืนน้ำตาไหลเกือบตลอดเวลาค่ะน้ำตาต้องรินนะจริงๆแล้วช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่สายตาไม่ค่อยดีมองระยะไกลได้ประมาณ 15-20 เมตรเท่านั้นนะคะแต่ละตัวแต่ละสก๊อตช้างที่มีเล็บเท้าด้วยเล็บเท้าก็จะไม่เท่ากันนะคะแต่บางแต่ว่าว่าจะนั่งนับให้ไอ้จังให้ต้องหลับไหมนะคะได้เสร็จสมบูรณ์นะคะใครยังไม่เสร็จขออนุญาตไปข้างหลังกันนึงจะนั่งใช่จะยังพักกับเธอค่ะยังก็ว่าเลยจ้ะเธอจริงสนิทกับด้านนี้ไม่ใช่ไทรเนอร์นะคะสนิทกับช้างไทรเนอร์คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะได้เสร็จแล้วค่ะเอาพอแล้วค่ะสวยแล้วค่ะโอ้ยแล้วมันก็เสร็จเยอะกว่านี้จะไม่สวยหมอวันนี้ค่ะสวยงามโอ้ต้นไม้หมดเลยแล้วก็ลูกทางด้านหลังทั้งหมดเลยทางวาดเองหมดเลยค่ะวาดก่อนออกมาโชว์นะคะนี่เห็นไหมกำลังใจเป็นเทียบกำลังใจดีเทียบสุดยอดที่นี่ก็ไม่เล่นกับงวงอะค่ะงวงเลอะเต็มเลยเรียบร้อยนะแล้วก็ได้ข้าวโพดไปด้วยอเด็ดอร่อยแบ่งมังข้าวโพดขอบคุณค่ะยอดมากโอเคมาเลยจัดแคลอรี่ไว้ทุกเดือนมาลูกโป่งมาลูกโป่งเราลมแรงมากไหวไหมเนี่ยวันนี้ลมแรงมากถามกันว่าคนถือลูกโป่งไหวไหมไหวทั้งหูแล้วลูกโป่งแตกลูกโป่งแตกดังมากเด็กๆไม่ต้องกลัวเด็กๆไม่ต้องกลัวแต่ว่าพี่อย่ากลัวYeah.
คุณนักกีฬาค่ะและขอบคุณเสียงเพลงด้วยYeah, I'm gonna go take one out of that.
Трясет нос. Сейчас будем с лебедями плавать.ไปได้ไหมหรือไม่ไปได้แน่นอน
สามารถจะเล่นได้เดี๋ยวมาดูว่าจะเล่นได้หรือไม่ไปเลยค่ะกับลีลาการเล่นหมวกคุณลุงหรือว่าวุ้นลาชีเดี๋ยวจะ show you how to make your own dancing เสียงยาไอ้ผู้เรียนเรื่องร้อนวุ้นลาชีเล่นเป็นไพ่เจ้าเลยเยอะเลยอ่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปทำอย่างนี้
ไงไงไงLove.
ายุประมาณสามสี่ขวบได้ใช่สามสี่ขวบนี่ได้แล้วมาเดี๋ยววันนี้ไปดูวิธีการล้างตาแบบน่ารักน่ารักกันI'm gonna go to the hospital.
так встаю.